И у нас, как у народа Божьего, должен быть один язык, язык любви. Без него мы не можем быть его учениками. Приходит мир с глазами цвета неба, приходит каждый со своей мечтой. На других никто похожим не был, но где же дом их и кто они, кто? Иногда и видят сны, что там когда-то были, но как вернуться туда? Это будет скоро, откроются с надеждою глаза, они прозреют, и небесный город вновь отразится в небесных глазах.